Бегдили тюркский народ, средний тюркский, бегтили, также пишется бегдили или бегдели, туркменский, бегдили тайпасы, были агузы тюркского народа и субфилиал племенной федерации Базак. В настоящее время потомки бегдили племени и те, которые идентифицируют себя как и таковые являются частью Геклен Туркмен, живущих в Балканском Белаяте в Туркменистане. Их также можно найти среди Туркмен Эрсари, которые проживают преимущественно в Лебабском Белаяте, регионе. Туркменистана и северных провинциях Афганистана. В своем историческом труде Шаяра и Таракима, генеалогия туркмен хан Хивинского ханства и историк Абу аль Хадуру Бахадур упоминает бегдели среди 24 агузских племен, прямых потомков Агуз хана, который был древним прародителем агузов. Людей, а название племени переводится как уважаемая династия Ануштегенидов, правившая обширными частями Средней Азии с 1077 по 1231 год под названием Харизм Шахов произошла от племени Бегдили. Мамлюков султан из Египта, Саифа Аддин Кутус, который правил Египтом с 1259 до 1260, также широко распространено мнение, что родом из племени Бегдили. В среднее века большая группа туркмен Бегдили мигрировала из Средней Азии на территорию современных Ирана. Азербайджана и Турции. В Азербайджане и Турции до сих пор есть топонимы которые называются Бегдили. В своем историческом труде Шаяра и Таракима, генеалогия туркмен, хан Хивинского ханства и историк Абу аль Хадуру Бахадур упоминает Бегдили среди 24 агузских племен, прямых потомков Агуз хана, который был древним прародителем агузов, людей. А название племени переводится как «Уважаемое». Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.